Всем доброго времени суток, с вами Маша Смола, и сегодня я хотела бы показать, как я делаю подарочные коробочки для своих изделий. У меня есть два изделия, которые нужно упаковать. Это вот такие четки деревянные и такой кул. Конечно же, красивые коробочки можно купить в магазине, но это нужно потратить время, чтобы найти красивую форму, чтобы это заказать или куда-то ехать. В общем, я для своих изделий делаю коробочки сама, в основном. Например, первую коробочку я буду делать для четок. Какая у нас форма? Продолговато. В принципе, можно сделать вот такую коробочку. Все зависит, в общем, коробочка зависит от размера, который нужно положить. Можно сделать и такую. Давайте сделаем для четок пенал, наверное. Да. Бумажку я использую всякие обрезки. У меня здесь заготовочки. Для этого возьмем цветной картон. Достаточно плотная бумага. Нам нужно сделать размер 21 на 6. Плюс еще нужно будет сделать крышечку. Немного отступив от края, я отмечаю 21 сантиметр. Два раза по 6. Плюс еще закрывашечку 2 сантиметра. Теперь берем обычный компакт-диск. Я думаю, они есть у каждого дома. Упираемся в уголки 6 сантиметров и проводим окружность. Как с внешней стороны, так и с внутренней. Повторяем 4 раза. Теперь нам нужно аккуратненько это все вырезать. Я буду использовать для промывки канцелярский нож. Здесь краешки можно немножко закруглить. Так, с этим мы справились. Теперь берем, я беру тупое шило, вы можете любой острый предмет. Можно не пишущую ручку или что-нибудь не сильно острое, чтобы не повредить бумагу. Ну и в то же время, чтобы можно было сделать канал. Теперь аккуратно собираем коробочку. Да, чуть не забыла ластик. Ластиком стираем карандаш. Теперь берем горячий клей или двусторонний скотч. И нужно соединить вот эти краешки. Ну вот наша коробочка и готова. Все, что нам осталось, это ее заполнить. У меня есть немного вот такой соломы декоративной наполнителя. И сейчас мы немножечко туда их положим. И все, что нам осталось, это заклеить крышечку. Это можно сделать любым способом. У меня есть кнопочки с разными принтами, которые я сейчас приклею на горячий клей в нескольких местах. Ну, вот возьмем птичек, цветочки. Я думаю, 3 будет достаточно. И приклеиваем.
такая простая коробочка. Вы можете повязать ленточки, приклеить бантики, делать все, что... Я решила сделать так. Следующее нам нужно сделать коробочку для кулона. Коробочка будет по тому же принципу, но она будет ромбиком. Картон. У меня будет... Не удивляйтесь тому, что он розовый. Просто человек, которому будет дарить этот кулон, очень любит розовый цвет. Вот. Поэтому коробочка будет розовая. Берем диск компактный, опять же, и аккуратненько вводим карандашиком, ставим центр, убираем диск, берем линейку и делим нашу окружность на 4 части. Затем берем опять диск. Прикладываем его так, чтобы его стороны касались двух точек пересечения линий. И проводим еще один. И опять нам нужно разделить. Теперь берем диск и проводим окружности во всех четвертях. Вырезаем. Так, теперь берем шило тупое и опять проводим по всем местам сгиба окружности именно. Теперь в местах сгиба собираем коробочку. Если вам требуется размер коробочки больше, чем данный, то вы просто изначально берете больше окружность. Допустим, не компакт-диск, а тарелку или крышку. Две стенки. Вот это оставим для того, чтобы вложить кулон и потом его закроем. На этот раз я буду использовать горячий клей. Точно так же берем наполнитель любой. Кладем туда наш кулон. Эту сторону я не буду склеивать, что она и так держится. Вот. Но единственное, это еще не все. Вы также можете использовать либо ленты, либо какие-то тесемки, либо просто бант сверху приклеить. А я сделаю по-другому. Цепочки. Также есть вот такие замочки. Ну, вот такая коробочка у нас получилась. Получается, этот замочек не просто так. То есть, когда человек захочет открыть, все, что ему нужно будет, это открыть замочек.
и достать подарок. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Такие два подарочка у меня готовы. Можно смело ехать на день рождения. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была полезной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про колокольчик. И до новых встреч. Пока!